Костя, я вызвал друзей. Мы играли целый день. И войну, и в самолеты, танки, пуски, пароходы. Мама вечером пришла, еле-еле нас нашла. Это что же за погром? Почему все верхним дном? Это я за домом родной, и осагон неравный бой. Кто из вас засел конфеты? Мы отметили победу. Под столом у нас бендаж, а под креслами салаз. А на люстре? Там ракета, и сбили вертолет. Ну, а ванны? Там торпеда потопила пароход. Не сердись на меня, ведь пришли мои друзья. Хорошо, что не пришли в гости к нам твои враги.